Всем доброго времени суток, дорогие друзья, и это уже получается восьмое прохождение Скайрима, да. И, в принципе, оно первое с озвучкой. Все остальное я делал без озвучки, но вот что-то решил, ладно, буду делать с озвучкой, и вот так вот. Ну, все-таки, наверное, так будет интересней. Ну, хотя бы чуть-чуть. Ну, ладно. Так, какое у нас там задание это вообще? А, да, точно, надо найти рок этот, Юргена. И мы спускаемся в какое-то жуткое помещение. Ой, какое подземелье я имел в виду. Тут есть черепушка даже. И бандит. Почему я тебя не заметил? Такс. Ну это все говно. Но это нормально. Вообще я хочу взять лук. Так, ну тут чисто, да? Так, пройдем мы. Так, это что? Это ничто? Ух ты, ты кто? В смысле? Только не эти чувачки, как я их не люблю, как я не люблю этих дурацких чувачков. Зелье лечения, зелье взломщика. Хорошо. Так. Ну, последний раз, когда я сражался с этими, как они там называются, короче, зомбиками. Будем сейчас, ладно, я сейчас посмотрю, как они называются, чтобы знать. Так. Драуг. Драугр. Драугр? Ладно, хорошо. Когда я последний раз сражался с этими... Драугерами. Ты будешь ее атаковать, нет? Так вот. Я был один. А теперь нас двое, то есть. Хлобысь в бошку. Так вы этого не видели. Хлобысь в бошку! Да сука! Так, сейчас, секундочку. Остановись, давай. Ну остановись ты, чертик. Вот, все. Все, сейчас бошку будет. Памс! Нифига. Эй, это дед меня. Эй, дружище. Молодец, тоже с лука, да, давай. Бамс. Ух ты, тут еще один. Обе. А, ну, конечно же, все ее атакуют. Я просто могу так стоять, спокойненько стрелять. Постреливать себе по этой разбойнице. Или разбойнику. Ладно, без разницы. Ах, блин, да ты... Да ё-моё. Бамс нафиг. Бамс. Хочу себе повысить навык этого лучника. Потому что мне что-то им понравилось играть. Так. Так, где мои... Я не хотел брать этот щит, алё. Я не хотел его брать, где он? Так, вот это да. Сыромятый, чё? Какой? Сыромятный, блин. Иди нафиг. Где третий? Блин, капец, они такие обстрелянные. А жалко чувачков. Ну да ладно. Угу. Такс, такс. Так, там еще он ход куда-то. Окей. Но сначала... Да ладно, откуда вы тут взялись? Где ты, дружище, давай. На тебя же все атакуют. Это кто? Ты кто? Так, я понял. Нужно оружие ближнего боя, да? Офигел, что ли? Ты реально офигел, питомец гребаный? Сейчас ты познаешь всю силу моего меча, некромант. Все? Фига ты, что с ним сделал? Так, золото... Так, что там, какое-то крутое одеяние, что ли, есть? Черное одеяние мага, ну, до свидания. Золото, ну, как все по стандарту. Оп. Я вижу, куда там куча зелья. Так, что с тобой случилось? Ага, понятненько. Золото, отмычка даже есть. Так, что еще? Лук. Так, охотничий лук. Так, говно у меня лучше. Что еще тут у нас? Это что такое? Это столбик. Но это нам не надо. Так, тут у нас куча вкусняшечек всяких разных. Золото. СМС-ки идут какие-то. Так, сейчас, секунду. Чтоб она еще раз не пришла. Так, с... тыква, хлеб, это байда. Так, война великая. Может быть, если так вот читать. Типа, там бывают книги, которые так прочитал, и бац, всякая-то суперспособность там, типа, открылась или что-то такое. Так, вот это надо взять. Я их специально беру, чтобы, если что, так восполнить жизни на них. Это жизненно важно. Восполнить жизни на них. Так, секунду. Что-то мне подсказывает, что мой телефон сейчас начнет звонить. Это не точно, конечно, но, блин, лучше отключить. Так, опять ты, да? Так, у меня уже такой есть. Ух ты, там, что такое? Крохотный камень душ, но все, как обычно, так. Кто-то у нас тут. О, они сами сейчас... Стой, иди, не дерись. Они там сейчас сами подерутся чуть-чуть. Я понял. Охренел, что ли? Да ты офигел? Да ты офигел?
Чё, зарядка оружия? Ваше оружие разряжено? Офигел, что ли? Кто-то в Доту 2 играет, я тут рублю в Skyrim нафиг. Дэй, ты в смысле? Иди нафиг, иди нафиг. Иди нафиг. Все, сдохни. О, ну прям тебя разрубил. Так, золото, так, ух ты. Ну ладно, у меня покруче. Так, золото. Ух ты, он у меня такой же, да? Да, у меня такой же, только у меня круче. У меня он еще чуть-чуть прокачанный. Вот такой секиры у меня нету, по-моему. У меня есть там какое-то говно. Где? Где? Так. Так, у меня два топора. Так этот круче. Зачем мне этот нужен? Я хожу только самым крутым оружием. Так, а вон тут забили бандитов, да? Что там все играют и играет кто-то. Так, что такое? Перья. Ну, давайте возьмем. Так, это надо нам. Конечно, не знаю, что это такое, но ладно. Так, ух ты ж, блин, норский мед. Зачем я тебя взял? Ладно. Вино нафиг надо. Казан. Нет, корзинки мне не нужны. Извините меня, но не нужны. Так, нам туда пойти надо будет. Поэтому мы должны... Я хочу все исследовать. Мне интересно просто, что тут вообще такое происходит. Урна. Ух ты, сколько тут урн-то. Так, это пусто. Зачем такие смотреть вообще? Вкусняшечки. Что еще у нас тут есть? Ни хрена. Да блин, зачем? Вот тут что-то есть уже. Так, вот. Какая-то фиговенькая, но интересненькая. Пусто. Пусто. Так, стоять там. Кстати, мне книга выпадала какая-то. Да, вот это. Нет, значит, это вот не пониже, да, пониже которая, алё. Вот, все. Теперь я получил мужество. Кто-то играет в контру. Так, надо вообще эту штучку отключить, чтобы она не высвечивалась. А то как-то, блин, постоянно будет высвечиваться там. Чувачки что-то играют. Да, отойди! Отойди! Дай мне пройти. Книжечки. Нет, 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 я не хотел брать эту древнюю книжку, испорченную книжку тоже не хотел. Так, что у нас тут, вкусняшка? Да хорош там играть уже, чё вы, ё-моё. То заходите, то не заходите, и, блин, задолбали. Пусто, пусто, пусто. Пусто, 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 нифига не пусто здесь, здесь моё золотце. Золотце, это очень вкусненькое, но тут все пусто, 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 нет, не пусто. И пусто. Так, что у нас такое? Вот. Навык восстановления повышится, повышается до 16. Поэтому все книжечки надо прочитывать, наверное. Так, зелье колдуна. Бабла. И на этом все. Да? Да? Так, я уже запутался, где я тут. Вот там, нам туда. Ну все, зашибись, что это такое? Непонятно что. Ладно. Я надеюсь, она меня не убьет. Так, она что-то делает. Нет, ничего не делает. Главное, чтобы не было никаких дурацких гребаных ловушек, из-за которых я сдохну. Так, сохранимся. Я чуть не ту кнопочку нажал, я чуть кнопочку загрузки не нажал. Блин, это вообще печаль была бы сейчас. Это что такое, мешочек с монетками? Нормально. Так, куда идти? Тихо, чи-чи-чи. Эй! Все, нормально? Ну ладно. Такс. Это у нас что за местечко такое интересненькое? Тут у нас... О-о-о-о, монетки! Так, это говно не надо нам. Так, бери его, выкидывай. Бери его, выкидывай. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Такс. Корзинка пока. Что это будет? Так, только не убей меня! Ух ты! Видимо, нам туда надо будет идти. Или не надо нам будет нам туда идти. Так, отойди! Я просто не хочу сейчас случайно так. Так, что это вообще за местечко? Куда я просто по назначению, что ли, пришел? Нет, это вот специальное тут местечко, где у нас крохотные. Так, все понятно. Тут какие-то камешки, вкусняшечки разные есть. И все. Так мало? Я же на самом деле ожидал побольше. Ну ладно. Главное найти этот рог. И все. Эта миссия наша закончится. Здесь что будет, если я эту штуку сделаю? А, понятно. Давай назад. Вниз, 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 вниз. Вниз. Эй.
Так, сюда, дай пройти, то меня сейчас зажмет еще здесь. Так, мы возвращаемся в то место, где упала какая-то плита. А я думал, это чувачок лежит. А, вон она почему упала, да? Стоять. Где мое оружие? Древний норский лук. Так, вот это мне нравится уже. Хлобысь. Хлобысь. Да все, ты сдох, дружище, ну ты сдох. Ты куда побежал? О, не успел, прям в задницу ему засадил. Чтоб не бегал больше. Где второй? Я видел второго. Так, ты почему лежишь? Чё? Ага, вон он. Ух ты, ты такой-то жесткий, дружище. Ни хрена. Ты еще и магию умеешь швыряться. Ни хрена, ты жесткий тип. Ты, конечно, сейчас сдохнешь, но, блин, все равно жесткий, наверное. Так, все. Да, ну, конечно. Вкусняшка. Так, о, стрелы. Вот мне не нравятся стрелы, которые элитные. Так, ну тут все как всегда. Я почему-то читаю все время Дратути. Хотя он называется и по-другому, но, блин, может, я их буду называть Дратути. Так, стальная стрела и все такое. О, вот это шлем. Ладно, я хочу взять его. Он все-таки крутой. Мне кажется, он даже круче, чем мой. Нет, он не круче, но, блин, он крутой. Ну, может, там его заточить как-нибудь можно будет. О, блин. Это жесть просто. Я простудился. Снимать что-то и озвучивать, когда ты простудился, это вообще печаль, беда. Да не надо мне эти испорченные книги, я случайно взял ее. Так, это говно вообще выбросить надо. Что-то не хочу, чтобы мне это было тут говно. Где это говно? Испорченная книга. Пока, пока. Ну ладно, нормально. Меха оставим, мы там продадим или какое-нибудь говно сделаем из них. Угу. Значит, я правильно шел. Так, что за вкусняшка? Ага, а я хотел вниз попасть еще. Нет, я не взял мешочек с деньгами. Да блин, ну как так-то? Я же, да как, я же уже, я прям на него нацелился и не взял, это бред какой-то. Бред. Тихо, тихо, подожди. Да подожди ты, сразу. Надо сначала забрать все, весь лут. Главное залутаться, а потом уже всякие письки, сиськи, все такое. Так, вкусняшку берем. И там, раз я сюда не вернусь, я же даже вниз ни разу не попал. А я хочу вниз, там вроде много чего интересного. Погодите, я оттуда пришел? Ладно, я оттуда пришел. Значит, надо было просто взять мешочек и отправиться сюда. Ням. В эти глубины какие-то. Дурацкие. Ну ладно. Сейчас мы будем убивать... И кромцать всех. Так, сначала мы сохранимся. Я вижу меч. Ну, говненый, конечно, но, блин, ладно. Кружечка даже есть. Видимо, тут будет какая-то битва жесткая происходить, в которой непосредственно буду участвовать я сам. Вкусняшки? Нет вкусняшек. Блин, я люблю вкусняшки. А, блин, почему так много ходов? Ну ладно, их, он всего один все-таки. Нет, их двое. Так, ты кто? Ну, в смысле, мы там уже кучу народу этих драту типа убивали? Эй, ты! Ты же был с луком! Нет! Довольно! Вот именно, что довольно. Да все, умирай. Молодец. Так, у тебя, наверное... Ну ладно, я случайно взял эту муку. Древняя нордская стрела. Ну, тоже неплохо. Так, в принципе, я бы отсюда и пришел сюда. Так, по всей видимости... Тут не спуститься, нам надо ниже идти. Окей. Эй, что за говно? Как их... Дурацкие ловушки, как они бесят меня. Ах, я уже слышу этого. Где он? Ну-ка, получай. Получай. Получай, дружище. Получай. Че, я тебя еще не убил, что ли? Ну сейчас, подожди. Где-то там. Ой. Так, золото. А почему я не могу стрелы? Я не, серьезно не могу стрелы забрать? Как так-то? Почему нет? Что такое? Это ничто.
Блин, тут вообще пир на весь мир, просто вот тут еще вкусняшечка. Надо это все забрать, потому что я по-любому это буду жрать. Я там уже в какой-то части, там был момент, когда я сожрал практически все вообще так. На, тут тон, Томас. Опять этот самый жесткий чувачок, что у нас много жизни, еще, о, так ее не убьет он. Там какой-то был этот ледяной, кто он там, гигант или кто-то там такой был. Тролль или что-то такое, он капец, он такой жесткий, он столько дамага наносит, это просто задница. Особенно, когда я вот бежал как раз сюда, их там штук, сколько их там, штуки три было, наверное. И это вообще жесть была. Можете, кстати, посмотреть, я даже там, наверное, где-нибудь ссылочку оставлю на ту часть. Это была седьмая часть, да. Так. Это все? Так мало? Так, там еще какая-то пшеница есть. И это все. Похоже, да? Нет, не все. Вот он сколько вкусняшечки. Мы это все соберем. Вкусняшка. Так, это надо нам. Я, кстати, не знаю, зачем это беру. Я этим мало пользуюсь, эти зельями. Главное, чтобы ловушек не было. Больше всего я не хочу попасться на какую-нибудь гребаную ловушку, которая меня просто разнесет на две части. Так, сохранимся. Так, это что такое, кинжал? Зачем ты здесь лежишь? Видимо, какого-то... Я думал, это кто? Так, погодите, я тут был? Нет? А, нет, я был на той стороне. Да-да-да, тут типа перевалило, я такой бац и прохожу по низу. Так, это что такое? Тут кровь, что ли? Вкусняшка. Ты, блин, чего меня пугаете так? Дратути, эй, хорош. Бац. Бац. Эй, ты, в смысле, я же нацелился, ну все, умирай. Утинак. Че за чувачки, ты зачем вообще тут стоишь-то? Все, пока. Да, ты, ни хрена себе, просто увернулся нафиг. Ну, пока. Офигевший хрен, взял и увернулся. Так, золото, так, это говно, но это вкусненько, в принципе. Так, нам туда, да? Нам не туда, нам туда. Так, пока хорош. Так, что это такое? Не нравится, если я активирую, я не сдохну. Что сделалось? Что я сделал? Я что-то задвинул. Видимо, вон что, вторая рукояточка. Отлично. Так, что-то у нас такое, испорченная книга. Так, мне эта штучка не нужна, я этой штучкой... Я еще не умею пользоваться, я даже вообще не знаю, что такое орочки... Да нет, не вот это вот. Че, пентаграмма душ? Ну, я по-любому я не умею пользоваться. Так, лучше вот эту штучку не дергать. А то мне кажется, какая херня, вот это все закроется, я отсюда вообще никогда в жизни больше не выйду. Наверное. Ну, это не точно. Так, вот еще один у нас труп один. Так, золото хотел. Давайте возьмем этот слиток. Мне кажется, он редкий. Наверное, вниз, так что мы пойдем вверх. Что такое? Череп тролля? А, вот тролли, точно вот эти жесткие. Ну, я уже там говорил, что тролли эти жесткие существа, особенно это ледяные тролли. Я тогда вообще охренел от жизни, когда встретился с ним. Ух ты, тут высоко. Ну, ладно. Лучше не упасть. Блин, я так быстро бегу. Хотя не быстро, нифига. Что это такое? Надо подбежать и сдохнуть. Так, дружище, ты будешь этим моим путеводителем, нет? Ух ты, блин! Я аж испугался, я думаю, что за штуковина-то? А, что, я... у меня же скелет? Что-то он какой-то не жесткий. Так, что, зачем я костяную муку эту взял? Ну ладно, пускай будет. А, вон это что-то натягивалось. Ты чувак вообще не жесткий скелет. Вон там еще один наверху. Так, что у тебя есть? Норкс, ни хрена их там. Так, камень душ, дай мне камень душ. Ты кто тоже живой, да? Ну ты уже дохлый. В смысле, я же по тебе попал. Типа, пока ты сидел, ты это. Не наносишь урона. То есть я тебе не мог нанести урон. Вот это да. Ну ладно. Так, золото, оно все такое, как обычно. Так, тут столько скелетов, кто же их всех поубивал-то? Вкусняшку. Так, ну вроде все закончилось здесь. Ну,
нам надо идти туда. Но я хочу подняться тоже наверх. Но главное это не сдохнуть. Я прям чувствую, что они будут сейчас гореть. Нет? Так, вкусняшка. Бам-бам. Нет, нет, все фигня. Так, вот это еще вкусняшечка. Так, что это такое? Гранат. Камень душ. Где-то скелет был наверху или куда-то делся. Ты уже сдох, что ли? Так быстро, я даже не успел тебя убить еще. Так, это все, что ли? Че так мало? Там вон там вкусняшка лежит, как до нее добраться? Так, ну это, наверное, я потом где-нибудь найду вход в ту вкусняшку. Либо я тупой и не понимаю, как туда добраться. Так, все-таки не так добраться, как я думаю. Не присесть. Ладно. Ладно, пойдем тут спустимся по-быренькому. Так, стоять. Так, нет, ничего нет. Ладно, идем туда. Хорошо, уговорили вы меня забраться наверх, чтобы я оттуда спустился. Это хорошим не кончится. Прям чувствую, что сейчас какая-то задница будет. Там что-то красненькое. А, это ты, дружище, да ты же слабый. Тебе он даже по тебе не попадал. Просто в промежность куда-то стрелял, но тем не менее я тебя убил. Прикольно, прикольно. Так, чё? А, и тут надо типа банц и вжём туда, розводо, или что он там будет кричать. Понятненько. Но сначала это лут. Лут это самое главное. Все время что-то интересненькое. Это вот кольцо какое-то нашел. Мы его даже сразу сейчас наденем. Блин, что с моим голосом стало? Вот это, да. Оно не, типа... Что это было? По-моему, я так релогнулся по-быстренькому. Так, как же это... Так, надо сначала настроить магию. И вообще надо сохраниться. Вдруг я между дверей где-нибудь застряну. Я не хочу между дверей застревать. Так, все надо... Этот... Вот это вот, да. Пау-пау... Пау... Прям про это я и говорил. Сука. Серьезно? А, все-таки можно выбраться, да? Так, окей. Беги. Да, правильно я сделал все-таки. Так, скелеты. Отмычка. Хотел от меня спрятать отмычку. Так, мне не нравится эта паутинка, походу тут. Вот ты прям вот вообще, да, вот, мои мысли прям читаешь вот. Что такое? Где? Не. Что тут? Что-то мне. Эй, что такое? Эй, хорош, я не хочу гореть. Так, не понимаю, как это работает, как от этого избавляться. Мне жизни так мало, оказывается. Так, ну тут у нас пища, да? Ням-н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 ям. Все отлично. Так, еще не отлично. Еще вот ням надо сделать. Еще ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все, теперь отлично. Блин, я же... Стоять! Эй, ты тут не сдохни, пожалуйста. Эй, ты чё плюешься? Не плюйся. Ух ты, какая большая. Так. Ух ты же, ни хрена. Что-то больно бьют чувачки-то. Так, надо пищу, надо... Хорош меня уже бить, дурацкий ты паучок. Ау, это было больно для паучка. Я на твоей стороне, но я тебя случайно там ударил пару раз, ничего страшного с тобой не случится от этого. Так, тут даже вон железная стрела, опять кольцо. И у нас тут вроде что-то эти штучки, паучье яйцо, но вдруг там что-то вкусненькое будет. Вдруг оно пригодится, я из этого что-то смогу сделать. Паучье яйцо. Ладно. Вот нам куда идти надо, да? Из пищи у нас... Основной пациент для посел это не то.
Так, зелья, наверное, надо уже это здоровье зафигачить. Так, ну там маленьких зелий здоровья, там еще миллион уж должно быть. Вот это вот, да. Рубим, рубим, рубим своим мечом, тут все рубим. Мы выбрались вот сюда. Ага, ух ты. Так, что-то такое у нас. Опять что? Блин, я уже думал, там монстр вылезает. Ну, блин. Все, я сейчас возьму этот рог, да, и все. Что будет, если спрыгну, меня убьют? Так, тут вон трупы какие-то. Я, конечно, понимаю, что надо там пойти, взять этот рог. Я уже понял, что он здесь, но я хочу обследовать сначала вкусняшку. Так, отсюда уйти, да, понятно. Так, золото и все это такое веселье. Тихо, не падай. Погребальная урна, слабое зелье магии. Так, золото. Все, мы берем рог. Нет, мы... Че? Всего лишь записка? Серьезно? Нам нужно поговорить срочно, отправляясь в таверну «Спящий великан» в Рибер... В чем? В Ривервуде. Сними комнату на чердаке, и я встречу тебя там, друг. И чё? Не, ну ладно. Так, погодите, кто там написал это? Давакин? Давакин? То есть он знает, что это я. Окей. Понятно. Я думал, это все, конец. Тут уже урока. Тут ни хрена нет урока еще. Так, так-то я уже немало золота на самом деле тут добыл. О, все, там проходики. Вкусняш. Да, блин, ты что не взял, гребаный ты ублюдок? Ух ты, там вкусняшек сколько. Так, так, 129. Вот это да. Ням-н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 ям. Так, обожаю, блин, еврей какой-то, а. Так, у нас там вкусняшечка какая-то появилась. Вот это да. Это явно круче, чем это дерьмо. Теперь я вот такой вот. Страшный, стрёмный человечек. Сохранимся. Вдруг я сдохну. Так, нет, уже вон выход. То есть, в смысле, это все? Я думал, я уже сейчас как бы этот найду, рок. Скайрим. А, ни хрена не... Ну, вот, да. Вунтергейф, или как он там называется. А я думал, уже все, типа, в Скайрим. Я сейчас выйду в эту таверну, там на чердаке встречусь с чувачком. Он скажет, типа, hello, я тебя сейчас убью, и я его убиваю. И все, на этом заканчивается. Я у него беру рок, иду к этому чувачку, который там седобородый, и говорю, что я крутой, я нашел рок, они такие, о боже! И все. Я теперь настоящий Давакин, Давакин буду. Или Давакин, по-моему, так называется. Че везде пусто-то? Ну вот это хотя вкусняшка есть. Железный щит, который мне не нужен. Тут че все пусто, я уже все пере... Так, погодите, я тут реально был, по-моему? Не, серьезно, я тут был, по-моему. Да, вот трупы, даже их, если я их смотрел, значит я тут, я реально тут был, значит нечего опасаться. Если я не сдох, значит ловушек нету. Но я не добыл рог. Рог был на этой штуке, да, вот эти трупы, да, это самое начало. Понятно. И все? Я сюда пришел ради какой-то записочки? Что? Я убил тут кучу народу, вообще просто я, наверное, самый серийный убийца. Тьма. А такой противника... огненным или ледяным что-то там, ты получишь что-то там. И все. Кстати, да, я вот по поводу еще вот этих вот перемещений, да, я знаю, что они тут есть, но я не хочу. Вот все-таки вот когда бежишь, то есть доходишь до своей миссии, дай мне светлячок, я хочу тебя. Вот все-таки вот когда бежишь, вот какие-то интересные все время вещи случаются, вот просто, не знаю, мне нравится так больше. Куда идти? Вон туда идти. Что, далеко идти-то? Ё-моё! Серьезно? Охренеть, как далеко. Это что такое вообще? Маркер игрока? Ну и зачем фига мне сдался? Удались. Ривер. Вот, конечно, я могу вот так вот совершить быстрое перемещение, но я не хочу. Нет, это не то. Это не для меня. Я хочу вот именно вот так вот все обойти. 50 раз сдохнуть и все такое. Ну, мне кажется, так интересней. Хоть так и дольше. Да, тут целый выпуск просто уходит на то, что я добегаю до туда.
Ну блин, ну какой выпуск там? Все время какая-то история случается. Кого-то я убиваю и все такое. Ладно, я раз видишь, я тут все прошел, и все равно прошло уже 30 минут, на этом, думаю, мы закончим. Так что ставьте лайки, подписывайтесь и пишите всякие разные комментарии. И не забывайте про лайки, да, они серьезно не помогут моему каналу, вообще жестко. Больше зрителей будет. Больше публики, больше веселья. Да. Всем пока. И удачи. Да.